Перед торговой сессией в среду фьючерсы снова предвещали подавленное состояние акций. Dow Jones потерял более 150 пунктов после того, как Народный банк Китая второй день подряд девальвировал валюту поднебесной. Доллар показывает отрицательную динамику. Евро повышен относительно доллара США на 1,14%. Курс пары составляет 1,1167. Фунт повышен относительно американской валюты на 0,3%. Его стоимость 1,5621. Доллар США также на 0,82% ниже иены и стоит 124,09. Пара австралийский доллар против доллара США отражает отскок, но не повышается над отметкой 0,7335, где образовалась линия сопротивления. Наши аналитики ожидают послабления курса обмена до отметок 0,7210 к середине дня и 0,7165 к концу торгов. Ценные металлы тоже пребывают в состоянии отскока. Золото резко подскочило над 20- и 50-часовыми скользящими средними. Индикатор RSI снизу подталкивает линия повышающегося тренда. Линия поддержки находится на уровне 1101. Но к середине дня ожидается повышение стоимости унции золота до 1126 долларов 52 центов, а к концу дня до 1135 долларов. Серебро повышено на 0,26%. Стоимость унции серебра составляет 15 долларов 38 центов. С вами был Даниил Векслер. Вы смотрели Trading Central Web TV.